Один вопрос такой, ну, жестокий с журналистской точки зрения, извините, пожалуйста. Может, вам кофе? Вы пьете кофе? Нет, спасибо. Мы хотим каждую секунду. Вы хотите кофе? Мы вам не мешаем секунды задавать. Принесите нам кофе. Вам чай, да? Всем спасибо. Кофе. Кофе. А вам, девушка? Спасибо, у меня еще чай. Я кофе задаю. Давайте ему свежего чая. Спасибо. С малиновым вареньем ей, чтобы не простудилась, чай. Пусть попробует мой любимый чай. Я пью чай с малиновым вареньем. Я в чаях в этих не разбираюсь, потому что, ну, чай надо, наверное, пить, как он есть, там, китайский еще. Я не очень, а вот мое сельское прошлое деревенское, там, если вы из деревни, наверное, тоже, знаешь, вот с малиновым вареньем.